Ты даже дверь открыть не умеешь. Я настоящий сыщик, я знаю. Доброе утро, мистер Холмс. Откройся. Как поживаете? У меня есть пара новых книг, которые могут вас заинтересовать. Прекрасная иллюстрированная книга о рыбах и собрание легенд о пиратах. Куда же я их положил? Блин, хреново из тебя, продавец книжного магазина. Ничего. У меня есть книги, которые могут вас заинтересовать, но я их уже просрал. Смотри, вот у него вот эти ногти немножко коричневые. И он низенький. Я думаю, что он положил их куда-то на полку. Ладно, воспользуемся методом Пуаро. Спросим. Чем могу помочь, мистер Холмс? Ладно.